Приветствую вас, дорогие друзья, продолжаем мы прохождение игры Rome Conqueror. Так, у нас... В общем, продолжаем проходить кампании Пунические войны. Кстати, я тут набрал значков, можем мы прокачать своего генерала до следующего звания. Так, и следующий у нас будет легат. 150 значков надо будет. Геть. Пока ничего не будем прокачать. Так, ну что, теперь давайте, значит, идем. Четвертая у нас миссия в этой кампании – это битва при Утике. Идем в бой. Так, на все про все сколько нам? 24 хода. Там забыл посмотреть, какие у нас основные цели-то. Вот так, так. Чтобы скачнуть. Нет, никуда не хватит. Так. Куда мне генерал бы свой впихнуть? Нет, тут, по-моему, пока четырех я не могу нанимать, да? Это кто у нас? Свордсмен, ну типа пехота, да? Сцепион вот у меня кавалерий командует. Вот сюда вот надо генерала мне. Так, сюда вот командира моего. Сюда вот давайте вот еще одного генерала своего. Так, стоп, где тут, не помню. Ну ладно, сейчас ход закончим, основная цель кампании посмотреть. Там что-то, если... Самое главное, это цель кампании выполнить, основные. Посмотрим, у нас кто вообще враги. Ага, вот какие-то цели, вот. И вот тоже цель, но какая из них наша? Какая основная? Вот еще одна там. Какие основные, я не знаю пока. Так, тратим деньги на найма. Завершаем ход. Ну, чем дальше, тем сложнее, по-любому. Поэтому при прохождении кампании надо какую-то цель, внимание и какой цели уделить. Какая первоочередная цель. Итак. Блин, я сейчас не разбираюсь в этих целях. Первоначальную. Вот это что ли? Типа 22 тайга уничтожить нужно или что? Ну, точно второе. Первое, вторая цель, наверное. Второе задание. То есть 700. Набрать монет. Типа 16 раундов продержаться. Ну, приблизительно я понял свои цели.
У меня уже генеральчик такой мощненький становится. Так, что у меня здесь по найму? А пока нет. Пока некого здесь. Это сама утика-то интересно. Теперь мы совершаем ход. Противника покрыть мои генералы. Ох, сколько здесь прям кишат. С юга там у нас помощник есть, если что. Так, уже 5 из 22. Давай сюда. Классика. 146, отлично. Так, тут я ход сделал, здесь вот и сделал. Завершаем ход. Вот за вас. Успели, наверное, еще один отряд нанять в городе. Ух ты, сколько их там. Поналезу это сразу. А, вон она, Тика, ясно. Противник не умеет здесь все остальное складывать.
Ага, они хотят мой город захватить. Итак, ой, почему-то 6 из 22 стало, или было 5? Захватываем город. Здесь пока не достает. Здесь тоже пока мало. Здесь пока, в общем, держим оборону. Так. Здесь, что здесь? Здесь сейчас не подберешься, то надо лучше. Наверное, что мне делать? Давайте все равно захвачу. Завершаем ход. Главное, чтобы там мои союзники держались. Вообще, я хочу сейчас такую тику, наверное, взять у них. Чего там Ганнибал говорит? Ну, что-то он сказал, короче, я так и не понял. Только... А, вот это теперь Ганнибал прибыл, да? Мне кажется, он тут как раз и сказал. Типа, я прибыл там. Помогать бороться с Римом. Что-то в этом роде, мне кажется. То сколько ж вас здесь? Так, уже 10 из 22. Зря я из города вышел, у меня же денег-то теперь нету, чтобы кого-то нанять. Они сейчас... Давайте я вот этим отрядом зайду хотя бы в город, чтобы его не утратить, а то у меня денег-то нет, я нанять никого не смогу сейчас. Thank you.
Так, подсветили Утику, союзники. Да ты смотрите, никак не захочешь у них этот город. Добили они моего генерала все-таки. И здесь продолжают попытки овладеть городом. Вернуть, точнее, под контроль. Так, 11, половина, грубо говоря, задания я выполнил. Так, а здесь я что, не могу, никого не могу нанять, что ли? А, потому что здесь мой отряд же стоит. Город не прокачанный, поэтому... Я все понял. Так, ну у меня сейчас денег нет. На прокачки найти. Сцепионом, если только пытаться пробиваться сюда. Кстати, мне даже вот на это не хватает. Противник не так сильно отбивает. Как и что сделали вы? Взяли у союзников город так много. Как так можно было обложить? Римский город захватили. Да что ты, вот сейчас оставим уже обложим. Все, добили этот отряд. Так, 14 из 22. Хоть кого-нибудь здесь нанять. Здесь мне явно не хватит денег на наймы. Надо вот этот отряд отсюда просто убивать и все. Готов. Но они сейчас по-любому еще кого-нибудь подведут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря я сюда вылез. Зря я сюда вылез с цепионом, елки-палки. Полная жопа сейчас там будет. Да уж, это я, конечно, облажался. Я облажался. Скорее всего, сейчас они степенно могут уничтожить. Да и там сам-то не дал даже. Сейчас они все силы сюда бросят на него.
Вам сейчас хотя бы бутик вот. Ну фига себе, гнида уж, 800 человек, офигеть. Да это отряд-то ополченцев, конечно, слабенький, они сейчас его измочали просто весь. Сейчас горы-то пожмут они по-любому, вон они сколько. Они все лезут и лезут. Просто как муравьи лезут со всех сторон, со всех щелей. Так, с какой бы стороны, по-моему. Так, пойду на риск. И зайти в город неким. Так, что я могу еще сделать бы? Ладно, посмотрим. Не знаю, вытяну эту миссию или нет, но будем биться до последнего. Да заколебать своими лучниками. Они с моего степена просто ухом бьют. Да, вот с каждым разом миссии все сложнее и сложнее. Ну, отбились от фигуры. Да, в принципе, толку, конечно, к нему не было, но жалко потерять хоть один даже город. Так, 18 из 22. Готово. Ну, они уже там. Успели нанять. Боже. На этих мне не хватит. Завершаем ход. Так и добьют они сейчас моего сцепиона. Своими стрелами.
себе отомстил. Ого, вот это я залез. Вот это я. Ну и смысл мне захватит. Ну может союзники хотя бы мои захватят. Хоть даже не я, но союзники мои захватят. Может быть. Прошел. Да, первую задачу свою выполнил. 300 монет и 25 значков я за это получу. Отлично. Миссия пройдена. Сейчас давайте. По генералам пока нечего качать больше. Сенат вот сейчас. Все. Увеличим атаку наших лучников, кого еще можем. А, еще один день у меня есть, все. Да задолбали эти уведомления, если честно. Прошу прощения за эти уведомления. Так, требони мне 10 уровня. Этот генерал пока 7. Так, ну ладно, на этом заканчиваем. Всем пока.